Сейчас все вещи плюс вы, все на свете и вы являетесь Гайей. Ваши мысли — это уже Гайя. Видите, вам не нужно дотрагиваться до дерева для того, чтобы сказать: «О, да, я был с Гайей». Вам не нужно идти на медитативную прогулку для того, чтобы сказать: «О, я был на природе, значит, я был с Гайей». Осознанность момента — это есть Гайя. Все вещи, вся жизнь — это Гайя. Гайя — это созидательная жизненность Земли. Видите? Земля имеет физическую природу. Гайя — это физическая Земля. Но эта Гайя, которой мы сейчас с вами делимся, это чистая Земля, это чистая мысль, это чистая осознанность, это неотделимость всех вещей друг от друга. Это то, о чем забывает человечество. Оно отделяет себя от других вещей, оно отделяет себя от себя самого, оно видит отражение себя, и большую часть времени оно идет по жизни, отражая собственное отражение, а не себя. Идти вместе с Гайей означает идти по пути чистоты, созидательности, полагаться на Землю. Это жизненность, это мудрость планеты. Мудрость чувствует, знает, думает, видит, делает это одновременно. Человечество тоже это делает, но оно делает это фрагментированно. Сначала я должен подумать об этом, затем я посмотрю на это, затем я подумаю, нужен ли мне этот опыт. Слияние с Гайей позволяет делать это все одновременно, в один момент, в единстве момента, без разделения.